Всем привет! Сегодня снова с вами Тимоха, и сегодня мы с вами посмотрим на секретную пушку с русской картой. Как вы знаете, если вы смотрели обзор обновления 3.16.1.0, там были добавлены у нас ХМГ-боксы. Что ж, я специально для этого кое-что разузнал, посмотрел по Steam ID, оказывается, было добавлено отдельно пушка. Как вы знаете, есть отдельно у нас пушка именно танка, танк Канона, она у нас под ID 1302. Но оказывается, как я понимаю, эта пушка, возможно, относится к какому-то местоположению или какому-то транспорту, на котором оно есть, вот это ХМГ. Как вы видите, я себе выдал просто ХМГ, Heavy Machine Gun. Получается, это, скорее всего, на какой-то, я не знаю, военной русской тачке, по идее, стоит пулемет. Хотя я вроде бы смотрел всевозможный транспорт, который был добавлен, пушки, я не замечал. Возможно, более позже я сделаю на нее обзор, если это правда пушка с какой-то машины. Но, как видите, ее также можно выдать отдельно. ID у нее 1394. Давайте мы даже сейчас себе выдадим ее еще одну. Как видите, 1394 это у нас само ХМГ, а 1395 это у нас ХМГ бокс. Что ж, давайте мы посмотрим, как у нас вообще стреляет. Как видите, отдача, ну, маленькая, но сами понимаете, как бы в любом случае так и так будет баллистика пули, без этого у нас никак. Ну, как видите, мы можем пострелять у нас по нашим построечкам тем гили. Давайте постреляем по дереву. Давайте я немного звук уберу, а то как-то громковато получается. Давайте мы на 44 поставим. Ну вот, как видите, мы можем пострелять по дереву. Ну, как я понял, по описанию этой пушки, эта пушка у нас с хэви машины получается. Хэви это тяжелая, а машина, ну это машина. Значит, с какой-то тяжелой военной машины, по идее, эта пушка отдельно. Ну, как видите, текстурки у нее нету. Также она отдельно не спавнится, вы можете ее только заспавнить в синглплеере или отдельно, если вы администратор на сервере. Как я понимаю, к этому пулемету вот эти патроны спавнятся, скорее всего, на военной базе, либо еще где. Скорее всего, по большей части именно на военной базе, какая-то low calibre military ammunition, как-никак. Поэтому вот так вот, такая у нас пушечка секретная на русской карте. Возможно, правда, есть машина с таким пулеметом, я в принципе не удивлюсь по описанию этой пушки, или возможно только добавится, и так как лично, может, я не уследил за какими-то добавлениями в игру. По идее, не было никакой машины с пулеметом, но оказывается, отдельно сам пулемет есть. И также в обновлении 16... Ой, что-то, ребята, я уже заговорился. В последнем обновлении у нас Сунтурн, скажем так, было добавлено бокс. Получается, по идее, скорее всего, только собираются добавить машину с пулеметом. Лично мое предположение. Пишите в комментариях, если вы знаете, что есть такая машина, знаете ID, я обязательно на эту машину посмотрю. А также, если этой машины вообще нет в априори, как я могу лично предположить, если бы была машина, под нее бы уже были патроны. Но, как я понимаю, Нельсон, как обычно, отдельно в файлах замаскировал и добавил чисто пушку сначала для этой машины, ну и обойму к этой пушке. А возможно, сама машина выйдет в следующем обновлении, к чему я не удивлюсь. Что ж, ребята, все ID я оставлю в описании. Если этот видеообзор на эту пушку был вам интересен, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, знали ли вы об этой пушке ХМГ или не знали. И знаете ли вы что-то насчет машины, у которой есть пулемет. Но это, ребят, у нас не модовская пушка, это у нас прям вот игровой ID, который был добавлен. Не удивлюсь то, что в следующем обновлении Нельсон нам предоставит машину, на которой будет пулемет. В принципе, скорее всего, будет 4 места, но и 5 место за пулеметом наверху крыши машины. Это самое оптимальное. Скорее всего, так это будет реализовано. Что ж, с вами был Тимоха. Подписывайтесь, ставьте лайки. ID данных, так сказать, итемов я оставлю в описании. Также группа ВК моего сервера также будет в описании. Заходите, играйте, там IP-порт. И также там идет сейчас розыгрыш на 3 VIP-статуса. Всего лишь вам надо сделать репост
и скоро будет заканчиваться этот конкурс. Поэтому советую вам зайти в группу. Этот конкурс будет в шапке, именно группа, вы увидите сразу, там все описано, все, что вам нужно сделать. Что ж, всем удачи, пока, до новых встреч!